быстрый гол соперника ввел определенную нервозность в нашу игру, поэтому немножко занервничали, потом успокоились. Ну и с середины первого тайма владели преимуществом, удалось сравнять, ну и во втором тайме удалось выйти вперед и удержать уже победный счет. Игра, ну, непростая, сложная, может, потому что ребята с колес. Но опять же, где-то немножко не хватило в самом начале концентрации. Дальше действовали уже в конце по счету, старались держать, контролировать мяч, проводить контратаки. Были моменты еще забить, ну, 3 очка есть, и мы рады.